Напутствуя до призывников, заместитель главы администрации района Сергей Голубов отметил, что этот год богат на события. 95 лет рождения району, 75 лет освобождения Матвеево-Курганского района от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому этот год для вас должен быть таким самым-самым-самым показательным. Поэтому должны вы посоревноваться, доказать, кто из вас самый лучший. Ну и самое главное, без травм. Среди почетных гостей присутствовали также ветераны вооруженных сил и руководители общественных организаций. Ребят тепло поздравили военком Виталий Степин, председатель организации ветеранов боевых действий «Саланг» Виталий Ташпулатов, герой России Геннадий Азарычев. 1 октября у нас начнется очередной призыв граждан на военную службу. Многие ваши товарищи, старшие братья будут призваны для защиты Отечества. Я надеюсь, вы тоже будете в свое время достойны продолжать эту традицию. Но в этих соревнованиях вам желаю удачи и пускай победит сильнейший. Ежегодное соревнование, призывник, это, наверное, все-таки доказательство того, что вы лучшие, вы достойны служить в армии. Вот, потому что в армии идут самые крепкие, самые надежные, самые добросовестные. Вот. Желаю вам всем побед. И показатели высокие. Поздравляю с таким мероприятием, как призывник. Желаю успехов, ну и всего наилучшего. Прослушав инструктаж, команды приступили к этапам военного многоборья. В соревнованиях приняли участие 25 команд из 21 школы района, всего 150 человек. Победителями многоборья стали команды школы номер 1 «Юноши» и «Больше Кирсановской школы». Победителям и призерам вручили соответствующие кубки и дипломы. Все участники получили грамоты.